Атлетико и Реал. У нас впереди еще будет второй тайм. Ну и Валенсию тоже. Мне кажется, ни о какой борьбе за выживание речь не идет. Ну, конечно, даже главный тренер Лестера Клаудио Рангери до сих пор говорит о том, что наконец-то задачу выполнили. Вы не верите в Дани Парехо. Штрафной Мина, трафон, пас от Парехо. Мина бьет 2-0. Валенсия в первом тайме убийственную результативность демонстрирует. Да, и потрясающий пас Дани Парехо. И опять через этот фланг, и опять через зону, где играет Серхио Роберто. И Санти Мина, какой же КПД сумасшедший у Валенсии в первом тайме. Все, что не забивает Барселона и спасает Диего Алвес. Вот Клаудио Браво пока не выручает Барселона. Хотя к нему претензий здесь быть, пожалуй, не может. Очень здорово Валенсия раскатала. Да, можно так сказать, раскатала оборону каталонского клуба. И Санти Мина забивает второй мяч, уже скомпенсированный арбитром время. И, по-моему, вообще не понимает, что происходит игроки Барселоны. Еще раз смотрим передачу в центр на Дани Парехо. Нормально обработал мяч, хотя могло показать, что мяч попал в руку, но как здесь ушел от Серхи Роберто, головой крутил, ничего не понимал, где, как находится его оппонент, и, пожалуйста, он юркнул ему за спину, удар, и от руки Клаудио Ранец уходит в дальний угол. 2-0 Валенсии! И у нас с вами потрясающая интрига на тайм второй, потому что Барселона дома, конечно, обязана ответить на вот эту пощечину, которую пока Валенсия и организовала в тайме первом. Отдыхаем 15 минут и возвращаемся на контроль.